приветствую вас. Сразу хотел бы предупредить о том, что вам может не понравиться то, что я скажу. Вы можете негативно воспринять то, что я скажу. Вы можете, негативно отрефлексировать то, что я скажу. Но прошу понять, что это делается, в принципе, для вашего блага. Если вы сможете это понять для себя, то я полагаю, что шансов вам отстоять свою семью, как вы говорите, отстоять своего мужчину, будет гораздо больше. Итак, читая ваше письмо, у меня создалось впечатление, что, знаете, вы для своего мужа, гражданского мужчины, ну, знаете, какой-то родитель прямо, вот родитель для своего мужа, как это вот мне показалось, по крайней мере, понимаете? Потому что вот это вот ваше отстоять своего мужчину, не хочу, чтобы любовница получила мужчину там, ну, готовеньким и так далее, все это немного родительская позиция. Родительская позиция, понимаете? И здесь, если мы говорим о родительской позиции, если мы допускаем, что вы по отношению к своему мужу ведете себя как родитель, как мама, например, здесь мы приходим к тому, почему мужчина вообще вам начал изменять. То есть, с чего это началось? Вот почему? Вот вы говорите, что у вас был большой скандал по поводу того, что у него была любовница. Но почему у него любовница была? Какие у вашего мужа были потребности и желания? Почему вы решили завести ребенка? Это было вашим решением завести ребенка, а не как бы обоюдным решением ну, вас как пара. Почему так? Не очень понятно. Отдаете ли вы себе отчет в том, например, что заставляет вашего супруга изменять? Ведь он же ходит к вашей, ну вот, к вашей сопернице, скажем так, до сих пор, значит, у него есть на это причины, у него есть на это основания. Итак, я живу в гражданском браке с мужчиной уже более 5 лет. Ну вот, здесь к вам первый вопрос. Почему вы живете с мужчиной, значит, 5 лет в гражданском браке? И еще до этого 5 лет вы просто встречались с ним. Почему согласились на совместное проживание без создания семьи, без как бы придания себе статуса жены? Понимаете ли вы, что по факту, поскольку у вас нет семьи, нет брака, вы со своим мужчиной вообще друг другу никто.
И он имеет полное право, как это ни печально, но он имеет полное право делать то, что он делает. Он имеет полное право делать то, что вот он сейчас осуществляет. То есть я хочу сказать, что он имеет полное право вам изменять. Потому что вы ему никто. Понимаете, до тех пор, пока вы не поженитесь, до тех пор, пока между вами не будет брака, вы никто друг другу. Все, что как бы у вас сейчас есть, это своего рода иллюзия. Почему мужчина, например, за 5 лет так и не был готов с вами заключить брак? Почему? С чем это связано? Не просто же так. Не просто же так он этого не сделал. На это были причины, на это были основания какие-то у мужчины. Так вот и вопрос, как бы в том, что это за основания? Что они из себя представляют? Понимаете, в какой момент? Может быть, мужчине что-то не нравится, может быть, ему как-то, ну, сомнительно что-то с вами. Понимаете? Вот. То есть тут нужно именно вот об этом в первую очередь разговаривать. Потому что любовница, по большому счету, это проявление того, что мужчина в чем-то не удовлетворен. Любовница — это проявление, по большому счету, того, что мужчине что-то не нравится, что мужчина недополучает от вас чего-то. Я не знаю, насколько там ребенок был как бы, ну, запланированным, да, то есть непонятно, насколько он был желанным вашим мужем. Но очевидно, что раз этот ребенок появился, значит, вероятно, муж, ну, не озаботился защитой, не озаботился средствами контрацепции и так далее. И опять же вопрос, почему? Не потому ли, что ему хочется немножко другой немножко, там, не знаю, жизни, другой немножко семьи, других немножко отношений и так далее. Не в этом ли вся причина, не в этом ли проблема, понимаете, какой момент? Далее, значит, у нас есть 2-летняя дочь. Ну, вы там дальше вот пишите, да, я сейчас немножко забегу вперед, что был большой скандал, они вроде расстались, вроде, то есть вы даже не уверены в том, что они расстались. Вот в этом скандале вы, как я понял, ничего не выяснили, то есть вы не поняли, почему мужчина вам изменял, вы не поняли, что заставляло его поступать именно так, и вы решили родить ребенка. Надеюсь, что муж наконец поймет, что пора создавать семью. Это вот классическая такая ошибка. Я рожу ребенка, и муж сразу создаст семью. Знаете, если мужчина с вами создавать семью не захотел, то с вами и ребенком, то есть ответственностью еще большей, мужчина тебе и подавно не захочет семью создавать. Если он вам изменял без ребенка, когда вы, в принципе, были только мужчиной и женщиной, то он тем более вам будет изменять, когда вы станете матерью, потому что вы еще больше от него отдалитесь. Это очень классическое, очень такое типичное заблуждение, что ребенок появится, и все будет хорошо. Не будет. И вы сами в этом убедились. То, что вы 5 лет
живете в гражданском браке, это проблема ваших отношений с мужем. Ребенок здесь ни при чем. Ну, а моральная сторона того, что вы использовали, по сути, ребенка для того, чтобы создать семью с мужем, ну, это вообще отдельная тема для разговора. Понимаете, ваш муж не хочет с вами создавать семью. И вы не интересуетесь его желаниями. Вы говорите, я решила. Почему вы решили? Почему вы считаете, что вы имеете право решать? Это непонятно. Так, недавно я узнала, что у мужа родился ребенок от любовницы, я в ужасе, чувствую себя преданным, не знаю, как поступить. Ну, смотрите. Да. Безусловно, мужчина, если он не ушел к любовнице, он поступил нехорошо, как минимум. То есть, ну, если ты любишь другую женщину, если у тебя родился от нее ребенок, ну, так получилось, сделай выбор, уйди к ней. Он не ушел. Тем самым, как бы, он обесценивает вас, что вы не единственны в его жизни. Ну и, по сути, обесценивает и ребенка тоже, своего. Да, вы сказали, что там женщина богатая, что ей, в общем, не нужны деньги вашего мужчины, что, как бы, ее все устраивает, вот. Я, в принципе, понимаю, я понимаю вашу позицию, вот, но момент здесь именно в том, по моему мнению, момент здесь именно в том, что мужчина сам по себе поступил, ну, не очень хорошо. То есть его здесь поведение, оно такое вот нерешительное очень. И я полагаю, что вы знаете об этом. Я полагаю, что вы знаете о том, что его поведение нерешительное. Я полагаю, вы в курсе, что он сам по себе нерешительный человек. Я полагаю, что вы понимаете и отдаете себе отсчет в том, что вы, ну, как бы, сильнее его, вот. Что вы более, ну, скажем так, что вы более, знаете, как бы, активнее его, что вы более уверенный в себе человек. И это позволяет вам действовать вот так, как вы действуете, то есть, самой решать что-то, принимать решения, ну, вот, говорить, что отстоять своего мужчину так, как будто это вообще не человек, да, не личность, не, как бы, ну, не тот, кто сам решает, понимаете, не сам, не тот, кто сам решает свою судьбу, свою, как бы, жизнь, не тот, кто сам делает выбор, вот. Но понимаете, то, что вы этого мужчину как бы приняли, то, что вы его, ну, выбрали, то, что вы как бы решили с ним быть, это вы сделали, опять же, исходя из вашего выбора, исходя из ваших желаний. То есть вы так поступили, потому что вам так хотелось. Может быть, вам было удобнее с этим мужчиной. Может быть, что-то еще, но отстоять мужчину, да, отстоять, это не значит любить. Я перечитаю ваш вопрос, но я не увидел, не помню, чтобы вы где-то писали, что вы его любите. Вот вы говорите, что он на вопрос, любит ли он это... любит ли он вас и дочь? Он говорит, да, любит.
Вопрос, любит ли он эту женщину и ее ребенка, молчи. Когда начать, скорее всего, он любит любовницу и ее ребенка, а вас он уже не любит. У него к вам привязанность и чувство долга, возможно, чувство вины, которое вы ему навязали своим поведением. Может быть, у него по отношению к вам такая своего рода детская позиция, мол, типа, я должен с ней быть, я должен с ними быть. Я должен, вот они там от меня ждут чего-то, они от меня зависят, например, и так далее. А любовницу он воспринимает как более равноправного себе партнера. Любовница, скорее всего, дает ему почувствовать себя мужчиной. А вы? Вы даете почувствовать ему себя мужчиной с вами? Понимаете? Вот после анализа этого всего, можно говорить о том, чувствуете ли вы себя преданно или нет. Я вас не обвиняю, но если мужчина не получает того, что он хочет, а у меня вот сложилось такое впечатление, то как бы логично, что он будет получать это от другой женщины. У нас не всегда были легкие отношения, пишете вы, мы расставались и сходились. А были ссоры, измены и ранее. А из-за чего ссоры, в чем причина измены? Чем обусловлена ваша надежда, что все осталось в прошлом? То есть что, вот так вот просто взяло и осталось в прошлом? Так не бывает. В прошлом может остаться только то, что обговорено, что осознано, что понято, что разрешено, понимаете? 3 года назад я узнала о любовнице. Так, у нас был большой скандал, они вроде раздались, я решила родить ребенка. Так, ну, об этом я, в принципе, говорил. Я родила, но пока мы продолжаем жить в гражданском браке. Это нормально. Абсолютно нормально. Недавно я узнала, что у мужа родился сын от той же любовницы, с которой он общался ранее. Оказывается, они расстались на полгода, а потом, когда я была беременна, они сошлись, причем по его инициативе. Ну, это вот классический такой, как бы, вектор поведения ребенка со стороны вашего мужа. То есть вы для него родитель, да, он свои желания подавляет с вами, а с любовницей бунтует и реализует. Я его ненавижу за это, но отпускать и давать готовенького не собираюсь. Ну, вот тут противоречие. Это ваши амбиции. Понимаете, это ваши амбиции. Вы его ненавидите, но вы не хотите отпускать. Это эгоизм, в конце концов, то, что вы сейчас говорите. Потому что если вы его ненавидите, то вы эту ненависть транслируете своему ребенку, своей дочери. И зачем это? Для чего это? Кому от этого будет польза? Как можно построить отношения на ненависти к человеку? Ведь его не ненавидеть надо, мужа-то вашего, а принять, понять. Понимаете? А ненавидите вы его потому, что он разрушил вашу картину мира. Разрушил ваше представление о мире. Так возникает вопрос. Если это ваше представление о мире, то что вы сделали, чтобы муж захотел их поддерживать? Не очень понятно. Как и непонятно, то, почему вы говорите про своего мужчину как о предмете. Если честно, я хочу, чтобы она никогда его не получила. То есть это какое-то, знаете, потребительское, обесценивающее отношение к мужчине. Что значит, не хочу, чтобы она его получила? А если он ее любит, а вас нет? А если вы его ненавидите, и вы уже его не любите, что значит, не получила?
В отношениях между людьми нет такого понятия, как получила или нет. В отношениях между людьми есть такое понятие, как что я чувствую и что я хочу по отношению к другому. А вы хотите для себя всего этого, не для него. Понимаете, в чем момент? Возможно, я смогу простить, если он добудет ребенка и любовницу навсегда, и никогда с ними не будет иметь ничего общего. Простите, но это его ребенок. Почему вы хотите, чтобы он отказался от своего ребенка? Как бы там ни было, это его сын. И, мягко говоря, неправильно просить у мужчины, требовать от него того, чтобы он с этим ребенком не общался. Это его ребенок, его кровь, его как бы продолжение. Это неправильно. Мужчина отец, а у ребенок должен знать, кто его отец. Он же не виноват, не все. Понимаете? Ребенок-то не виноват в том, что такая ситуация произошла. Почему вы лишаете его отца? Какой у вас право лишать его отца? Вот. То есть здесь можно говорить о вашей определенной личностной незрелости. То есть ваша родительская позиция, да, она полностью подавляет, скорее всего, и вас, скорее всего, и вашего мужа. Вот. Ну, а вы, соответственно, руководствуетесь только своими желаниями. То есть тут могут быть обиды какие-то на, может быть, своих родителей, на что-то еще, может быть, неуверенность в себе, внутреннее обесценивание, опять же, себя, стремление к контролю, что как бы говорит о проблеме с безопасностью вашей. То есть вы себя не чувствуете в безопасности, и вы себя недостаточно цените. Потому что женщина, которая себя ценит, она никогда бы не согласилась на брак гражданский. Вот. Либо вы руководствуетесь только своими желаниями, но тогда это отношение по расчету, и, соответственно, если это отношение по расчету, то и работать с ними нужно как с отношениями по расчету, и не иначе. Вы же пытаетесь отношения по расчету со своей стороны, значит, предоставить, а взамен получить отношение эмоциональное к себе мужа. Так не бывает. Мне очень от этого плохо, так и живем с ним под одной крышей. От чего плохо? Вы здесь не уточняете. Я догадываюсь, что он к ней ходит. Правильно, потому что ему с ней лучше. Самое непонятное, что ее все устраивает. Ну, у нее свои мотивы. Но я так не могу и не хочу. Он говорит, что любит меня и дочь. Вопрос, любит ли он ту женщину и ее ребенка, молчит. Ну правильно, вы так не можете. Что сделать? Что делать? В первую очередь понять, как мы пришли, как мы поменять свое поведение, свои взгляды, свои ориентиры, свои ценности, свое отношение к мужу. Потом идет все остальное. Я поставил его перед выбором. Так, ну вы его шантажируете. Опять. И обесцениваете. То есть вы его шантажируете и обесцениваете. Нагуленный ребенок, который не от него. То есть вот это все, это шантаж. Это опять же нездоровые отношения. Тут ваше желание. Либо безопасность, либо значимость, собственная значимость. Может быть, проявление любви, может быть. Потому что вы о своих чувствах мужу как-то вот, мне кажется, ну, говорите не совсем правильно, не совсем верно. Вы не искренне с ним. Хочу отстоять своего мужчины, ну как дальше жить, не понимаю. Скажите, в чем мои ошибки, подсказал, как мне правильно поступить, чтобы сохранить нашу семью.
От любовницы мужа вы не избавитесь никогда, навсегда. Потому что, понимаете, любовница мужа — это следствие наличия у вас проблем с мужем. Поэтому если вы хотите, чтобы любовницы не было, проблемы с мужем нужно решать. Сначала нужно вам проработать все то, что я сказал. И самое главное — быть готовы его отпустить. Потому что это мужчина, которого вы, по идее, любите. И если вы его, по идее, любите, то вам нужно, главное, чтобы он был счастлив. И ваш ребенок тоже счастлив. Если мужчина ходит к любовнице, значит, он не счастлив с вами. А значит, не счастлив с ребенком. Поэтому вы вредите двум людям. И главное, вы вредите своему ребенку. Что неприемлемо совершенно. Понимаете? Самое главное — это перестать отстаивать своего мужа. Перестать воспринимать его как некую награду, некий предмет, некую ценность. Драгоценность, точнее. Это человек со своими потребностями, желаниями, стремлениями и так далее. Об этом, пожалуйста, не забывайте. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.